Сочные факты представляют. Xiaomi Mi Band 5 или Xiaomi Mi Smart Band 5, как его называют за пределами Китая, является преемником Mi Band 4, бюджетного фитнес-трекера середины 2019 года, который полюбился аудитории целым рядом функций. Xiaomi Mi Band 5 был анонсирован 11 июня, то есть спустя почти год после запуска Xiaomi Mi Band 4. Что касается того, когда вы действительно сможете купить его, это немного менее ясно. Пока что сроки старта продаж были объявлены только для Китая, где он появится в магазинах 18 июня. Однако глобальный аккаунт Xiaomi в Twitter объявил, что Mi Band 5 появится в других регионах, начиная с следующего месяца. Так что, судя по всему, в июле 2020 года. Точная дата не указана, и она может варьироваться от региона к региону, но в большинстве случаев ожидание не должно быть слишком долгим. Пока что цены были подтверждены также только для Китая. Там Xiaomi Mi Band 5 стоит 189 китайских юаней. Это около 25 долларов или 1750 рублей за версию без NFC. И 229 китайских юаней. Это примерно 30 долларов или 2100 рублей за версию с NFC. В других регионах можно ожидать, что цена будет выше, но, вероятно, не намного. Для справки, Xiaomi Mi Band 4 стоил 2990 рублей в России на старте продаж. Поэтому Mi Band 5 может иметь аналогичный ценник. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. До новых встреч. Пока-пока.